Рога! Это легендарная фраза! Блин, как дорого! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! Прямо сегодня я не один, со мной мой милый друг по имени... Ален! Буа всем! Ребята, с нами Абобус! Але! Брат, не так громко, ты чё? Я тебя пародирую жестко. Короче, братва, сегодня будет самое разорительное видео для меня и самое неразорительное видео для Абобуса. Брат, как обычно. Что мы сегодня будем уважаем. Уважаем. Брат, посмотри, с какими голдишки на балике. Чисто, кстати, задонатил. 9 миллионов 500 тысяч. Ты где взял, ты чё? Братва, рассказывай секрет. Это все симулятор касиков. Так вот, прямо сегодня я буду открывать касики в симуляторе. И все, что выпадет, буду давать Абобину в настоящем стенд. Дофи. И мы даже откроем Nameless Касик. Nameless фрагмент, может быть. А может быть и Nameless Касик, и Nameless фрагмент. Сегодня будет очень весело, братва. Очень вообще-то, весело. Вообще-то не касики, меня. Не касики, а сундучки. Сундучки. О, поддержим. Братва, давайте прям сейчас все прожмем по лайку, и обоим вам подарит М40 Monster 100 трек. Брат. Арбуз, привет. Для братвы любимый подаришь свой или тебе жалко? Ой, если бы у меня было два. Не, ну подожди, брат, ну для братвы подари, тебе жалко или как? Абовин, не орчай братву. Короче, братва, Абовин сказал, что подарит какой-то ножичек за 5 косариков плюс-минус. Потому что сегодня ты будешь богатым, брат. Ну можно подарить. Сегодня ты разбогатеешь. Вам надо поставить лайк, посмотреть видео без примоток, написать как можно больше комментариев и придумать, и что придумать. Новые клички мне и Абовину. Ну что, братик, ты готов к этому разорению? Плюсик, конечно, готов. А, всегда готов, а я не готов. Ладно, брат, выбирай, с чего мы начнем. У тебя есть гифтбокс, у тебя есть 2 years, ты посмотри. Таких кассиков даже в игре нету, а тут они есть. Компетитив кассик. Да ты что, посмотри. Брат, выбирай. Ну, надо, давай начнем. А мне сколько открывать? Брат, сразу все? Ну, выбирай, с чего ты начнем. Давай Хэллоуин, это имба легендарная. Хэллоуин? А если тебе выпадет? Скоро Хэллоуин надо, слышишь, уже потихонечку готовиться. Надо готовиться, значит, брат. Как я понимаю, готовиться будешь только ты, а я буду отдавать, да? Ну что, делаем буст на твои любимые рарочки. Раз, два, три. И открываем, правильно? Угу. Давайте, братва. Хэштег рарка. Поехали. И тебе выпадает. Нет, дальше. Ой-ой-ой, как. Красиво почти. Брат, было. Нормально. Тебе выпадает твой любимый зомбак. Знаешь, как он стоит? Косарь. Поэтому ты там тоже сильно не расслабляешься. Эмба. Поэтому, братва, перемещаемся в реальность следов и будем отдавать этому вымогателю стикер зомбак. Погнали! Братва, 1400 это стоит! А помните, не стыдно? Я готов... Мне выставлять за 1105? За 1100, подожди, за 1151 выставляй. А чё за фигня у меня? Ты чё вообще купил, подожди? Ты не тот... Алло, ты не того... Я клоуну купил, а кого надо было купить? Так, мы же... Ё-моё, нет, там не клоун был. Брат, это я клоун, я перепутал, блин! Ладно, брат, давайте стрелю клоуна, он еще дороже. Такая имба получается. Давай тогда его... Конечно имба, тебе имба, мне нет. Давай, ставь запросик. Братва... Как говорится, спасибо. На здоровье. Все, брат, будем надеяться, что дальше будет платить одни голимые рарки. Погнали! В симулятор! Давай 2 years, я думаю, 2 years. Я, кстати, не помню, что там находится. Не помнишь, там АКР за миллиард К! Это ты не помнишь. Ну, мне авик бы такой надо, а то у меня авик. Я авик этот отдал кому-то. Кому, брат, отдал? По-моему, Салису еще давно подарил за какую-то рубрику. Ну что, помощь, скажи! Волшебное слово. Раз, два, три, АВМ, приди. У меня, брат, волшебное слово, это пожалуйста. Братва, и что, прям сейчас получает Абоин? Внимательно смотрим. Ой, блин, это тоже дорого, ты понимаешь? Тут все дорого. Это на розыгрыш, братве, тоже можно оставить. Да ну, реально? О, братва, а как получить этот MP7 2 years? Расскажем попозже, в конце видосика. До конца смотрим, как обычно. Да-да-да. Ну что, брат, говори, что ты хочешь дальше? Мне для тебя ничего. Чего не жалко, выбирай любой. Хочешь Fable, хочешь Empire, хочешь Revenge. Брат, что ты хочешь? Покажи мне, что там, ты что спрятал, алё? Давай гифтбокс для разминочки. Говорит, для начала гифтбокс. Гифтбокс 40 стоит в реальном стендовчике. Так, ну что, готов? Ну да, но тут ничего не выпадет, поэтому это просто разминочный сундучок. А, разминочный. А если тир голд выпадет, придется отдавать.
Ой, еще его. О, фурия с боксы, фу. В принципе, можно даже не открывать, можно удалять его. Окей. Так, давай еще один. Или не, или потом еще. Добро, давай, можно потом оставим. Ну ты понимаешь, у меня нервы-то не железные. Давай на живой вот этот файл. Fun and Sun. А, то есть еще на живой. То есть, обомину мало. Брат, ты и так уже получил стикер. Хватит с тебя. Давай, если нож какой-то. Короче, давай, если сейчас выпадает не керамбит и не стинг, то разыгрываем также продолжаемо. Ну ты прям супер щедрый. Окей, давайте. То есть, напомню, говорит, я забираю только керамбит или стинг. Погнали. Смотрим, что обомин выпадает. И тебе выпадает. Оу, тики! Ну, братве выпадает, получается. Братва, это тоже? Обалдеть! Окей, братва, смотрим до конца. Все это разыграем. То есть, братве уже МП7 Туверас и тычки тики. Обалдеть, это будет щедрый. Брат, ну что мы дальше выбираем? Что дальше выбираем? Руки, давай говори. Кстати, Ориджин. Нифига, две штучки надо затестить. Ты Ориджин хочешь? Ты адекватный? Надо тоже размять его. Не, ну подожди, брат, подожди. Ты Ориджин? А если бы там 9-й дрон влез, что тогда? Это уже ой-я. Ну что, погнали. 3, 2, 1. Let's go, let's get it. Давайте, братва, рарка, рарка. Да, рарка. Ну можно не отдавать, она, по-моему, 10 голды стоит, в принципе. Так, давай, давай, Фуриус. Мне кажется, сейчас керамбит должен быть. И... Почти! Чуть-чуть долетел! М4 Pro! Ну ладно, это тоже, в принципе, не опыт. Брат, ну это дешевенько, да, дешевочка. Ну, брат, что дальше? Так, о, ассистенс, подожди, ассистенс, там, по-моему, что-то... А тебе нравится ассистенс? Я не знаю, но там... Там М9 есть! Смотри, М9, бублан! Так, если даже АВМ выпадает, это окуп. Ну давай, погнали. Давай, затестим. 1, 2, 3, let's go, let's get it! И Абовину выпадает, прошу, подешевле, АВМ, почти! Статрек? Это есть статрек? М4 Predator, конечно, есть, брат, М4 Predator, идемте отдавать. Братва, вы понимаете, насколько Абовин хочет стать богатым, а даже скины за 200 голдишки надо. Нет, ты что гонишь, я бы братве его отдал бы, просто не знаю. Да давай уже, давай, ставай 0.3. 185.05 сделал. Давай, на здоровье, брат! Спасибо. Все, это больше других скинов не жди. Ну что, Абен, что ты дальше хочешь? Что-то слышишь, вообще все по фигне, надо что-то уже переходить на жесткий уровень. Тяжелую артиллерию. Давай Хэллоуин стикер пак. Не, подожди. Ты реально хочешь меня разорить? Да, потому что что-то вообще не выпадает пока ничего. Брат, у тебя совесть есть или нет? Ладно, ну что, погнали. Хэштег клоун, поехали. Брат, я даже не знаю, про кого это хэштег, пусть подписчики сами напишут. Ой-ой-ой. Блин. Ладно, в принципе, тоже неплохо. Ну, идемте отдавать. 1,5 косаря. Полетела жара. Почему так дорого? Я просто в шоке, все купил. И сливайте за 0.03. Давай. Выставил. Давай. Вот, Абовин разбатил, братва. Я люблю тебя, Абовин, брат. Но ты ее, походу, нет. Ты гонишь, что симулятор тебя не любит. Я такое узнал. Короче, на болдроп прилетел волшебник Мерлин и выкатил крутую обнову. Добавил новые кастики драконик. Прикиньте, драконья коллекция, какая-то круто. Также теперь за каждую пополняшку ты получаешь кровушку, которую ты тоже меняешь на топовый дроп в лавке Мерлина. И это не все. У меня для вас есть 3 подарочка. Бесплатный сундучок, бесплатная халява в лавке Мерлина и дополнительный процентик. Все наши ссылочки снизу. Пух! Брат, ну что дальше? Продолжаем стикер-пак добивать, потому что... то есть ты хочешь, пока олдскул не выбьешь, да? Да, пока не выбьем эпик, минимум. Эпик. О, минимум эпик, ну погнали. Прошу, лезь, подешевле, блядь! Ух, нифига эпиков! Он дорогой! Он, по-моему, 1010 стоит, если я не ошибаюсь. Или больше, или 1030. Братва, я тупо нищий. Переходим в реальность, давайте будет. Чего?! Чего? 7 косарей! ГГшка. Мама дорогая. Братва, 7 косарей. 7 косарей, мне еще плохо станет. Ну говори, какой твой там закуп, Абовин, радуйся. Посмотрите на лицо этого молодого человека, как он рад. Так, ну что, я выставляю за 6-100-05. Давай, 6-100-05, давай, выставляй. Выставил. Брат, на здоровье. Спасибо большое. Я пидей на глазах. Погнали, братва, обратно в симулятор. Погнали. В этот раз, короче, Fun & Sun я себе что-нибудь и заберу, в принципе, чтоб... Fun & Sun? Брат, а где Fun & Sun? А, вот этот? А, так ты что гонишь? Он у нас есть. А, на живой? Да.
В этот раз я себе что-то заберу тоже. О, ну давай. Брат, надеюсь, тебе выпадет вот этот, видишь, вот этот ножик. Ты видишь, какое у него название? Над названием мы так уже не парились, поэтому он... Ладно, погнали, давай. Я даже не знаю, ты понимаешь, тут что, да выпадет, это плохо. Одни арканы на живой касик. Сработал волшебный буст. Габельский Габельск. Братва, хэштег так Абовину и надо, правильно? Ты что гонишь, братва такое никогда не напишет, я на них стараюсь, выбиваем дропчик, поэтому братва должна говорить, как говорится, хорошие вещи за такое. Ребята, просто представьте, насколько будет мелочь, ему даже 500 голдишки надо. Меня перебили, что за фигня, так, сейчас. Давай, надо. Брат, 003 ставлю Да, 497 выставил. Давай, на здоровье, родной. Найс, да ну нафиг. Чуть поздравляю! С днем рождения, братуха! Скорпион, я тебе дарю. Брат, когда у тебя день рождения, напомни. Февраля, брат, с наступающим! Угу, спасибо. Брат, а ты в курсе, что ты не открыл самое дорогое, что у тебя есть? Это стикер-пак 2020 года. Посмотри, что тут есть. А давай. Посмотри! Посмотри! А давай-ка затестим. Давай, затестим! Ну что, держим кулачки? Давай. Давай, брат, держим кулачки за рарку, давай, правильно? Давай. Брат, я не вижу кулачки. Не. За рарку, держим! За рарку, прошу, рарка! О, нет, она тоже дорогая! Блин, тут все дорогое! Почему это такая разрушительная рубрика? Мне кажется, голды 500 стоит максимум. Да, брат, дороже. Вот сейчас перемещаем, сейчас мы за секунду переместимся, ты поймешь, что она дорого стоит. Обалдеть, 1325. Мама дорогая, почему эти видосы такие затратные? Брат мой, я 1150 выставляю. Давай, ставь, 1150, все. Спасибо, как обычно. Как обычно. Идемте дальше. Брат, ну выбирай теперь дальше. Что ты хочешь? Нашел тебе стоит. Ориджин уже давно не открывали. Ой-ой-ой. А если тебе еще выпадет РТХ? Да ничего не выпадет, как обычно, я тебе отвечаю. Давай проверим. Ну а вдруг РТХ выпадет? Что тогда, брат? Что тогда? Ничего не будет, отвечаю. Я чувствую, что ничего нету. Не, брат, мне кажется, твоя чуечка может тебя подвести. Ладно, мужики, давайте. Да-да, нет-нет. Хэштег, поехали! Давай! Да! Кстати, смотрел сериал Fallout? Ну да. Идет, есть этот в стендофе скин на по 90 гуль. Да, конечно. Уже, брат, ты так внезапно это сказал. Ну давайте, ребят. Хэштег, рарка любимая. Как говорится, первый разминочный, второй... Первый, знаешь, левый коронный, правый по... Ну, вы поняли, ронный. Ой-ой-ой. Ой, брат, ну сегодня твой день. Ну выбирай, что дальше. Гефтбокс, ты что тупишь? Мы же про него еще забыли. Вот сейчас должен. Я думал, ты забудешь. Надеюсь, у тебя есть что-нибудь, чтобы слить из-за гефтбокса? Ну я тикерголд. Вот прям есть типа тикерголд, брат. Запоминаю. У тебя есть он? Сливай, да. Беру и сливай за 0.3. Ого, отлично, давай за 3. Погнали. 3, 2, 1. Let's go, let's get it. И нам выпадает, нам выпадает. Нет! Как же это дорого, это 10к! А давай, стой, подожди, у нас он кончился сейчас в симуляторе, можно его открыть и может что-то еще дороже выпадет. Подожди, хорошо, но тогда в реальном слове я тебе не передаю. Вот что выпадет, то и передаю, договорились? Окей. Ух! Окей. Сейчас есть шанс еще жестче получить что-то. Все, ты готов? Да, давай. Или из Гоу Лизири, поехали, брат. Рискуем всем ради всего. Ради... Найс! Что это такое? Ну как же это жестко было! Ты меня засейвил. Так я сейчас почти разорил тебя. Брат, слушай, вот это ты понимаешь? Это было прямо в таком тоненьком. Ну что, брат, давай, выбирай. Остались все самые дорогие. Project Zona 9 стикер-пак, кстати, такое что-то дорогое звучит. Ты видел тут наклейки по 200к? Давай, это отлично наша тема. Отлично, тебе отлично, мне так себе. Прошу, лишь бы только не легендарка. Не легендарка, умоляю. Нет, это дорого! О, нет. Вот это уже хорошо. Хорошо, а мне не очень. Ну что, братва, разорение кента продолжается, говорится, легендарное. Вы посмотрите, как бы он сосредоточен. Наверное, сейчас ждет и считает на калькуляторе, сколько он заработал. Давай, я выставил за 800. 800.05 ты? Да. Вот если честно, хоть раз не хочется стрелять по фулл прайсу, хоть раз! Осуждаем. Поддержим такое. Погнали обратно. Ну что, брат, ну что ты? Подумал поведением, что-то подешевле выберешь? Давай, знаешь что? Сейчас скажу. Давай New Year стикер-пак. А, стикер-пак, давай, брат.
Блин, ну тут может выпасть Ноуквин или Metal Red, ты посмотри на наклейки. Да нормально, затестим. Затестим? То есть это просто тест, да? Ну окей, открываем. Ребят, смотрите, я открыл моим несчастливым пальцем, это вот этим. Да блин, это тоже дорого! Ё-моё, начиналось все так дешево. Опять 25, 700 голдишки. А где скины по 5, по 6, по 3 голдишки? Брат, 700. Я... Надо срочно, пока меня не перебили, давай. Пока не перебили, а вот лишь бы получить скин, давай, говори. Я просто забочусь о том, чтобы он... Не достался ко мне ноги, брат. Случайно. Давай, говори запрос. 125.05. Ой, блин, я тебе говорю, в следующий раз я тебе full price солью. Так, ну что, брат, осталось. А, у тебя еще снизу кассики, смотри, есть. У тебя сейчас туеры. Давай их откроем. Че они снизу спрятались под нашими вебками? Брат, ну что, готов? Да, готов, как обычно. Прошу, ребят. Если выпадает не легендаркой, то мы разыграем так же. Подожди, брат, опять МП... Подожди, ты реально хочешь подарить МП-7ТРС? Он стоит примерно 2 костыря. Ты реально хочешь подарить, брат? В смысле, ты что гонишь? Он столько не стоит. Он голды 500, мне кажется, стоит. Да не, брат. А давай ради интереса еще один скин я тебе передам. И ты поймешь, сколько он стоит. Давай, окей. Перемещаемся с виндов и отдавать обомину. О, брат, ты реально был прав, он не супер дорогой. Ну окей, если я пообещал. Пацан сказал, пацан сделал вид, что ничего не говорил. Брат, выставляй запрос. 333 выставил. 0,3? Да. Ну давай, на здоровье, Абобус. Ну шо, брат, убедился, что он дорогой? А что это этот? Обомину все мало и мало, давай выбирай. Давай, что там снизу еще валялся? Снизу еще есть? Вон, спрятанный, слышь, снизу спрятанный. Нью-Е есть. А, так там еще у нас видео эти, как их фрагменты? Называть? Фрагменты. Блин, я думал, ты про них забудешь. Да, мы тоже открываем. О, халява. Ну что, готов? Нью-Е. Давай. Поехали, братва, поехали. Хэштег. Да блин, ну это 2К! Я не знаю, что делать. Ну, кстати, нет, он, по-моему, статрековский дорого стоит, а не статрековский. А, хотя нет. Это ну, это возможно. Тоже дорогой, да, тоже дорогой. Идемте отдавать опять обувину. Опять! Погнали. Почему это все так дорого? 1100, тут ничего нету дешевле, как будто костыря. Ну что, брат, ставь запрос, вот я покупаю. Выставил, братик, все, 1050. Давай. Брат, вот я тебя вот назвал, я говорил, что солю подороже, за долдишку, за долдишку. Вот так тебе надо. Все, спасибо. Ребята, погнали. Кнемлась фрагментом, вот там вот полная габелла. Смотри, у тебя осталось 4 кассика. И после этого мы открываем Немо с фрагмента. Давай тогда спидран по скорости выпадения топовых скинов сейчас подряд делаем. Давай, поехали. А прикиньте, еще падает М9, я буду в шоке. Там М9 пролетел. АВМ пролетает. И не долетает. Брат, это никому. Ну, это слишком дешево, даже для Баратовы не надо. Согласен. Давай. Откроем дальше. Ребята, техника легкой руки. Поехали. Как учил Веля. Открываем и... Ну что за фигня? Ты видел, как же это было на грани, это было прям на тоненьком. О, ну тут сейчас есть шансы большие в 2020. Брат, ты веришь в 2020 год? Я его прожил, брат. Я его прожил. А прикинь, а некоторые наши подписчики еще не родились. О, чего такие у нас? Ой, стоп, не, наоборот, некоторые наши подписчики родились в 2020. И у нас, че, подписчикам 4 года? Ну да, подписчикам 4 года плюс комментарии. Все, брат, готов? Давай. Поехали, родной, поехала шарманка! Ой-ой-ой. Иди сюда. А это на розыгрыш, там, я думаю, голды 200 стоит. Окей, братва, плюс в розыгрыш. Открываем последний кассик. Брат, ты понимаешь, сейчас тебе плюс не розыгрыш. Окей. И наш любимый остается. Нет, это очень дорого. Ну не ссы, если что, создашь скинчик. Ой, точнее, как его, сольешь скинчик свой. Не переживай, если что, сольешь скинчик в симуляторе. Брат, я не симулятор, если можно поставить закуп. Ладно, все, ты готов? Давай. Скажи какое-то волшебное заклинание, скажи какую-то фразу, чтобы ее нарезали на ТикТоке, на нарезки, чтобы потом передавали, понимаешь, родители своим детям, так из поколения в поколение. Давай, брат, говори легендарную фразу. Как говорится, выпадай, главное не... В рот давай. Открываем, брат, открываем! Это легендарная фраза. Блин, как дорого! Почти, кстати, этот, почти чармик выпал. Почти герлдик выпал. Брат, идем отдавать, ты меня разорил сегодня, ты вообще ненормальный. Зачем так дорого? Зачем? Идемте, ребят, передавать. Братва! 20К G22 NES стоит, это полная фиаско! Обомин!
Але. Брат, слушай, можно тебя по-братски опросить? Даже не попросить, я тебе дам предложение, я тебе буду раз выводить. Давай, брат, я тебе солью прямо сейчас мой USP Genesis с 4 наклейками. Нифига, 28 тысяч, нифига, да, это окуп. Прямо сейчас, просто с 4 хлыми наклейками я тебе сливаю вместо G22. 003 или что? Какой 0.3? А что мне? Брат, делать? Я сейчас солью не тебе. Став 23.400 за просто покупку. Давай, брат. 400.02 поставлю. Давай, давай. Ты все, брат, минус G22. Да, ну, выставил. Вместо. Ой, давай, ой, страшно. Давай, брат. Поздравляю. Найс, да ну нафиг. Добро пожаловать, Абоми. Добро пожаловать! Взял, я дал Абомину. Ну что же, братва. На этой хорошей ноте мы будем заканчивать. Ребят, можете посмотреть в лицо этого вымогателя, Абомина, который сегодня стал богачом, миллионером, миллиардером, просто самым богатым человеком в стендофе. И посмотрите на меня, на бедняка. Если вам жалко меня, прожмите лайк. Подпишитесь на мой канал, а чтобы получить все эти скинчики, которые мы оставили для розыгрышей, переходите и подписывайтесь в мой канал по ссылочке в описании. С вами был ваш Кентуха и... Алембо. Всем пока-пока.